На конкурсе, посвященном творчеству Сергея Рахманинова, рождаются новые музыкальные имена среди юных участников. И у них, судя по всему, большое будущее. В состав судейского жюри традиционно входят известные и авторитетные музыканты и преподаватели ведущих российских вузов. Всегда здесь очень объективное судейство. Мы очень внимательно слушаем, очень бережно отбираем ребят, которые, по нашему мнению, могут в будущем иметь очень хорошую исполнительскую карьеру. Вот, и стараемся за ними следить. Для студентов это шанс задать вопросы ведущим преподавателям страны и получить рекомендации. Последний раз конкурс проходил в 2019 году, и спустя 2 года его вновь удалось провести в очном формате. Конкурсанты будут соревноваться в 5 номинациях – фортепиано, народные инструменты, клавишные и струнные, сольное пение, музыковедение. За инструменты сядут более 50 студентов музыкальных училищ из 11 городов России.